Доброго дня, мои лапочки. Сегодня мы с вами готовим самый простой низкокалорийный салат с молоденькой капустки, двух свежих огурчиков, красного крымского лучка. Нам потребуется сахар, соль и перец черный. Заправку вы можете делать либо растительным маслом, либо оливковым, либо майонезом, кто как. Некоторые еще к этому салатику добавляют отварные яйца. Но я решила сделать прям низкокалорийный. Взяла капустку. Нарезала лучок, начинаем потихонечку закидывать. Вот так вот. И сейчас нам останутся огурчики. И, конечно, не хватает укропчика. Ну, что поделать. Укропчика не осталось. Мы хорошо все тонко нарезала. Все аккуратненько сложила. Начинаем сахарить. Смотрите, две щепотки. Это именно по моему рецепту. Две щепотки сахара и две щепоточки. Чуть-чуть побольше соли. И добавляю вот такую вот массу слобода. Вот так вот на глаз. Вот. И перец черный молотый. И будем с вами размешивать. Салат готов. Да, не хватает укропчика. Но он у меня резко закончился. Я даже не посмотрела. Больше я ничего сюда не добавляю. Ни уксуса, никаких ингредиентов. Размешиваем, солнышки. Секрет этого салата, очень тонко надо порезать капустку, очень тонко. Старайтесь прям, чтобы она нежная-нежная у вас была. И добавить сахар, соль, черный перец по вкусу, растительное масло, ни уксусов, ничего больше не добавлять. Кушайте на здоровье, мои рыбки, всех люблю.